четверг в Самарской области будет пасмурная и облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Дневная температура воздуха -3, -5. Ночью 4-6 ниже 0. Ветер западных направлений, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо без осадков. Днем -3, ночью -4 градуса. Ветер западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, утром небольшой снег, днем -4, ночью 5 градусов ниже 0, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурная погода, вечером пройдет небольшой снег, температура днем 5 градусов ниже 0, ночью -6. Ветер юго-западного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.